Я тебя приветствую, мимо проходящий зритель и подписчик моего канала. С тобой IceCarver, и мы продолжаем проходить Resident Evil 7 Biohazard. Короче, в прошлой серии мы с тобой остановились уже на корабле. Вот тут друг, и мы играем, кстати, за Мию уже. А еще у нас два патрона. Больше ни шиша. У нас еще есть аптечка, предохранитель и какая-то странная бутылка. Тихо, спокойно. Так, что тут у нас? Ничего нету. Вот, и как я должен вот это открывать? Зато у нас порох есть. Жопа ягодицы. Это было на самом деле стрёмно. А где сейф-зона? Где сейф-зона-то, алё? Вот она здесь. Пошел в жопу. Так. Да ладно! Прикинь, тут нету ящика. Круто. До свидания. Ты меня не видел, ты меня не знаешь. И уходим. Стремное место на самом деле. Зря только пулю потратил. Ну, хотя как зря. Я заимел порох. А раз я заимел порох, это значит можно скрафтить патрончики. Так, и судя по всему, есть у меня дальше ход, нет? Нет, дальше хода нет. Ну ладно. Идем дальше. Дальше, дальше, дальше. А мне дадут какую-нибудь оружку ближнего боя, интересно? Угу. Привет, мать. Смотри. Что? Зачем? Ты должна вспомнить, и тогда мы станем семьей. Ништяк. Старая видеокассета. Ну что, поехали. Сейчас опять поиграем в видеозаписи. Перемотайте видеокассету, получено достижение. Как же ты долго запускаешься? Алан, тебе становится хуже. Кажется, она заразила меня, когда напала. Меня уже не спасти. Ну, ты я виноват, что она сбежала. Да, это ты виноват. Но это не значит, что я позволю тебе умереть. Она не нападала на тебя? Это часть ее внушенной привязанности. Поверить в это не могу. Вот возьми, это ее образцы тканей. Найди ее. И все исправь. Прекрасно. Ладно, просто замечательно. Где ты? А где, где? Где-то она. О. Ничего такая волына. Так, почитать. Отдел специальных операций. Директор Алан Дроуни и опекун Мия Уинтерс. Последние отчеты указывают, что... на то, что если Эвелина останется на том же месте, ее могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому поручаю вам переправить Эвелину в наше главное американское подразделение. Ой, сорян. Что-то расчихался. На сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующие правила. Во избежание подозрений постоянно ведите себя, как будто вы родители Эвелинды.
Фу, Эвелинды. Эвелины. Поддерживайте жизненные показатели Эвелины с помощью кодекса генома. При критическом срыве миссии уничтожить Эвелину. Так, пульки взяты. Ножик есть. Пока походим с ножиком, я думаю. С ножиком. Режиком. Так, заперто. Окей. Она рядом. Ага. Эти числа показывают расстояние до цели. Классно. Ух ты ж, ух ты ж, ах ты ж, сколько здесь патриков-то. Пищедобавки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, я понял, не, мне туда не надо. Мне куда-то сюда надо. Угу. Тут я видел, присесть можно. У нее рвота. Черт, придется сбросить. Алан, что тебе надо? Ну, как дела? У нее рвота. Слишком обильная для ее массы тела. О, отлично. Такими темпами еще увидим ее мерзких друзей. Так, плохо дело. Надо срочно найти ее. Согласна. Супер. Она блюет. И что нам с этим делать? Вот. Рен его знает. Ладно. Привет. Все, готовченко. Так, полетели дальше. Че нам? Че нам? А че нам еще делать? Нам идти дальше. Угу. Заперто. Ну куда-то мне сюда надо идти. И это факт. О, лечение. Травы заберем. Нам для полечиться. Пищедобавки опять же. А, вон она, я ее видел. Куда побежала? Ну-ка вернись. Она куда-то вниз, походу. То ли вниз, то ли наверх. Это чё? А, это этот наш. Жмурик. Пока слоты есть. Значит, мы пойдем на лифт. Угу. Да иди отсюда. Поехали. Чего? Ну ладно, короче. Не суть важно. Машинное отделение, да? Ну да. Эви, Эвелина, ты где? Доча, ты где? А ну иди сюда. Слишком много выстреливаю. Много лишних выстрелов я делаю. Эви, доченька, ты где? Четырнадцать патронов. Ну. Блин. А это что такое? Термит? Дистанционная бомба. Или какая она там?
Это нельзя здесь использовать. Ну я понял. Да, все понял. Готов. Это надо было сделать заранее. Ну, по-любому. Тут, ну, если ты заранее это не сделаешь, то тебе придет жопа. А я не хочу, чтобы мне приходила жопа. И поэтому мы это убираем заранее. Так, а мне сюда. Ой, как мне не нравится это машинное отделение, если честно. О, прикольно, сейф типа. О, блин. Алан, по-моему, она за дверью. Но у меня нет ключа. Попробуй расплавить замок. Ты же на нижнем уровне. Поищи в багаже. Хорошо. Так, ожидаемо. Что-то как-то туго оно открывается. А, оно же заржавело, конечно. О. О, эпоксид. Сразу же, смотри, хоп-хоп. Готово. Коррозийное вещество, прекрасно. Тун-турун-туру-ту-ту. И вжух. Йо, перный балет. А тут что за срач такой, а? Мама, ты на меня злишься? Да. Нет, Иви, я не злюсь. Стой. Как ты меня назвала? Не хочу больше жить в лаборатории. Хочу себе дом. Я хочу, чтобы ты была моей мамой. Ладно, Иви. Я буду твоей мамочкой. Только возвращайся вместе со мной. Ладно? Иви, ты где? Она же Эви, а не Иви. Ну ладно. Это косяки перевода, но ничего страшного. Но перевод на самом деле доставляет. Так гораздо приятнее, нежели было во втором резиденте. Но... Куда дальше-то, алё? Где кнопку нажать? А, типа мне уходить? А, вот она. Ну и куда ты? Ты нашла ее? Да, но она убежала. Алан, у нее все больше друзей. Эти твари повсюду. Я же говорил. Ты в порядке? Лучше беспокойся о том, как вернуть Эвелин. Да. Ну вот, как всегда, короче, у Амбреллы. Все через жопу. Идет по-другому никак. Все, успокоил ребятушек, ибо нехрен. Текс. Здесь нам надо вот эта штучка. Пссс, отлично. Неплохо. Травы. Ой, патроны, патроны. Это 5, это да, это я люблю. Так, 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 тик, 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 тик. Ух ты, ее оперный балет. Воу! Так, я понял, здесь надо вот это. Бам. Всех троих? Да, отлично. Зачем тратить миллион пуль, когда можно потратить всего одну бомбочку и прибить троих разом? Эви. Ой, Эвелина, Эвелина, чё ж ты делаешь-то, а? Ну?
Серьезно? Даже никто не придет? Ну ладно. Включена система аварийной блокировки. Пан, блин, тастика. Так, надо по Шурику, короче, подняться, а то это... Напополам. Раз пополам, это будет круто. Ну, вроде как не распопила... Не распипеламила, ну да. Моя говорит по-русски. Да-да-да. Ну ладно, все успешно. Так, а тут это, надо что-нибудь, нет? Скрыть там, не знаю, пройти куда-нибудь... Алан, прием. А, так это наша комната. Эви наверху. Алан, где ты? Ну, наверное, там же, где и Эвелина. Наверху. Логично же. Ой, ну ладно. Че, пошли наверх? У нас выбора особого нет. Так, а тут, по-моему, что-то где-то... Вот, можно было что-то где-то... Скрыть по вжух. Что тут у нас? Бомбочки. Ну, на самом деле они мне не особо нужны, но я думаю, там наверху они мне пригодятся, поэтому я с собой, пожалуй, возьму. Ты чё, петушара? Вот ведь мразишь, а? Успокойся, я тебе говорю. Как мне тут дверь открыть? Видимо, дверь не открывабельна. Ну, короче, все, идем отсюда. Блин, на самом деле можно было вот так вот стекать от них, но... Подраться-то веселее, просто поставил одну бомбочку и убежал. Сделал бабах, и их не став. Все элементарно просто. Главное ситуацию оценивать правильно. Эви, солнышко, ты где? Мамочка идет. Подожди, а ты где запись делала? Мне вот дико интересно. Вот же комплюктер. А, так он даже не под... комп даже не подключен, ты прикинь, че? Да, это жестко. Так. О, здорово. Ты как, живой, нет? Как ты сюда попала? Где Иви? Она пошла в разнос. Без лечения ее состояние ухудшается. Тогда хорошо, что я умираю. Да. Че, прикалываешься? Не говори так. Она тебе верит. Эта маленькая сучка никогда... Окей. Иви, нет. Иви, Алан, послушай. Иви. Она пытается подчинить тебя. Сопротивляйся. Все, кран ему. Эвелина, перестань. Сейчас же. Да, это жесткая смерть. И Мику туда же. Да и этого. Да, все, она тоже заражена. Да. Че за звуки?
О, комп. А, вот и запись, да? Ну, поехали. Тебе нельзя было, но я могу сказать лишь одно: если получишь это, держись подальше, забудь, что ты знал меня. Прощай. Проживи хорошую жизнь, она сказала, а не прощай. Ёперный балет, вы переводчики хреновые. Ну ладно, я шучу насчет хреновых, но все-таки, ну ребят, ну... Ну елки-палки. Но у вас же есть текст. Просто озвучьте его. Ну ладно. Ёпты. Мы всегда будем вместе. Нет. А. Кат-сцена. Нифига себе. Это что за корабль-то такой здоровенный? Нихрена себе. Да блин, не просто это. Не просто морской корабль, блин. Это какой-то космический корабль больше был похож, нежели просто. Принять. Нормально там, слушай, такие габариты прям. Ух. Ну ладно. Эви, солнышко. Ты охренела? Ты зачем уничтожила целый корабль? Ну-ка объяснись. Теперь вспомнила? Да, Эвелина. Я вспомнила. Мы можем быть семьей, как раньше? Нет. Нет, Эви. Мы не можем. Мы никогда не были семьей и никогда не будем. Тогда ты мне больше не нужна. Да, серьезно. Ой. О, можно сейвнуться? Класс. Ну давай, я не откажусь. Так, погибший корабль. Вот, вот это тут нам надо, да. Второй сейв. Так, поехали. Куда мне дальше идти? М. Ну, по сути, да. Вперед! На поиски приключений. Дай патрон. О, вот это пятюня. Ой, замечательно, замечательно. Отлично. Ну, на какое-то время мы можем обороняться. И это радует. Опа. Нек токс не разрука объект. Чё? Ага. Держимое уже кто-то забрал. Это какое-то новое помещение. О, патроны для пулемета. Оксид, давай. Личинку могу сделать? Нет, личинку сделать я не могу. А теперь могу. На всякий случай. Похоже, поломанный. Да, я молодец. Я делаю леченьку. Угу. Ага, здесь нужен этот. Ладно. Ладно. Да все не гори там в комментах, то что вот, сожрал траву вместо того, чтобы скрафтить аптечку. Не гори. А не гори, я тебе говорю, успокойся. Завязывай, все. Тихо. Все. Ну съел и съел, с кем не бывает. Ну, перепутал я кнопки. Ай, все, успокойся, забей. О.
Так, какую кнопку нажать, чтобы лифт заработал? А, видимо, никакую, мне просто вниз. Это типа мостик? О. Может, он и рабочий. Сейчас проверим. Опа, бинго. Итан. Надеюсь, я успею. Так, нижний уровень. Ну да. Давай, скример мне в рожу. Пожалуйста. Давай, спасибо. Лгунья, прекрати, Эвелина. Ебучие галлюцинации. Где же она? Ну, галюны не галюны, а вот она же метку же оставила у тебя на руке. Значит, часть галюнов это настоящие. О, есть лутье? Ну, пожалуйста. О, порох. Ну, хотя бы патронов, что ли, скрафтить. И на том спасибо. Да, это жестко. А, у меня все еще нету ножек. Ты что, серьезно? Никакого лута даже? Ну, блин. Ну ладно. Кают капитана. О. О. Карт корабля. Хорошо. Ключ под гайку с выступом. Это нельзя. Здесь это нельзя использовать, я понял. А где это можно заюзать? Во! А, нет, это кнопка. Это кнопка, это не сюда. О, травы. Ну, хоть какой-то хил имеется. Уже спокойней. Опа, опа, это что? Дистанционная бомба. Только вопрос, зачем она мне? Я пока никого взрывать не планирую. Наверное, где-то здесь, да? Так, это... Нет, это капитанский мостик. А, подожди, а куда мне тогда эту надо шнягу применить? Может, сюда? Нет, сюда? Нет? Может, где-то в лифте. Кстати, как вариант. Ну-ка. Да, пошли в лифт, короче. Втекаем в лифт, как говорится. И там посмотрим. И, кстати, насчет того, что мостика, я оказался прав. Это был мостик. Так, а, вот лифт. Да, вон, смотри. И вжух. Ай, как хорошо. Луис, кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебе попросить этот кабель у доктора у Оделла. Ну и, блин, имена у них, конечно. Мне срочно надо во второй машинное отделение, но для этого надо сначала починить эту штуку, Дуэйн. Кабели предохранитель надо. Оп. Ножик. Какого черта? Во, другое дело, все. Так, это наша сейф-зона здесь. Эх, коррозийная. Коррозия. Пистолетный. Опа. Да, это, короче, все то же самое. Так, ну что, дорогие друзья, давайте сохранимся еще раз. Да, сохранение прошло. И, конечно же, будем заканчивать. Ну, Эвелина, конечно, что-то у нее крыша едет потихоньку, но, блин, ну,
почему у нее крыша едет, это еще непонятно, и жалко, что это не объясняется, но я думаю, мы это уже узнаем в следующих сериях. А пока что всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. И до новых встреч в Resident Evil 7 и не только. Пока-пока.